Вы хозяин. Парфен Какаулин, к вашим услугам. Кто эти люди? Корпусной интендант Нелидов из Петербурга. Сослуживец его мичман Заливухин. Светлов, помещик местный. Когда прибыли? Вечером вчерашнего дня. Номер на Нелидова записан. Два кортика, это понятно. А вот откуда взялся канцелярский нож? Так и у нас в каждом номере. Бумагу резать. Здесь лежал. Угу. Неужто им убили? А что вас удивляет? Так ножи-то эти я затупить приказал. Затупить? Нет, так в аккурат вот на эти случаи. У нас в Монплезире постояльцы разные, знаете ли. Одни пьют без меры, другие по любовне с зала стаскают. Вот и распорядился я от греха подальше. Но этот вы видите, он же острый. Как вы это объясните? Бог ведает. Может, кто из половых новых расстарался? Или постоялец какой? А, это Терентий, ваше благородие. А, он номер обслуживает. Мне жаль, если мой рассказ опечалил вас. Меня невозможно более опечалить, Андрей Петрович. Но я благодарна вам за то, что вы, рискуя своей жизнью, защищали мою честь. В ближайшее время собираюсь уехать за границу. Едемте вместе. Мы будем путешествовать как добрые друзья, как брат с сестрой. Я не буду требовать большего, если вы, конечно, сами не передумаете. Андрей Петрович, вы решили растоптать остатки моей чести в глазах общественности? Вам необходимо уехать, пока не умолкнут пересуды. Благодарю вас. Обещаю подумать. Как вы себя чувствуете? Спасибо, намного лучше. Хотите, поменяю повязку? Я не позволю вам стать моей сиделкой. Что ж, тогда мне пора. Меня ждут в больнице. Ну, вы вернетесь? Я вернусь, если вы оставите свои предрассудки и позволите мне за вами ухаживать. Вино они в последний раз часов в четвертом спрашивали. А потом к ним дама пришла. Дама? Угу. Сказала, что господину Заливухину жена с. Долго была? Так ведь не пустили ее. Велели дверь запереть. Крику было, скандалу. Только все одно. Не пустились. Почему? Не знаю. Только вот думаю, после этого-то они все и уснулись. Почему так думаешь? Ну так ведь известное дело. Вина-то больше не спрашивали. Хм. Да. Вина не спрашивали. Ставки были немалые. 300 рублей на кону. Где деньги? Так. Ваше благородие, а про деньги-то мне откуда знать? 300 рублей. Да я в четвертом часу вино в последний раз приносил. Деньги вот тут, на столе лежались. Ну, ей-богу, ваше благородие. Доброе утро, Александр Францевич. Яков Платонович, вот так сюрприз. А кто же вам встать разрешил? Услышал об убийстве, решил, что пора приступить к своим обязанностям. А вы, голубчик, не поторопились ли? Да не могу, я уже дома сидеть. Яков Платонович, дорогой, я, откровенно говоря, вообще не знаю, как вы выжили.
Пуля прошла в миллиметре от печени. Кстати, как вы себя чувствуете? Спасибо. Гораздо лучше, чем эти господа. Скажите, удалось что-то выяснить о причинах их смерти? Ну, один скончался от удара канцелярским ножом в самое горло. Кстати, его перед вашим приходом унесли. Этого кортиком прямо в печень. Ну, а вон того ножом в самое сердце. Прямо какая-то варфоломеевская ночь. И не говорите. Кстати, все трое были мертвецки пьяны и совершенно не сопротивлялись. Полагаете, что они могли зарезать друг друга? Сомневаюсь. Дело в том, что на полу было найдено 3 орудия убийства. И что интересно, все удары были нанесены с левой стороны. Левша? Думаю, да. Анна Викторовна. Ремонтная смета. 200 рублей. Угу. Да. О, деньги в крови. Кровь свежая, купюры влажные. Отмыть пытались? Ваше благородие. Честью клянусь, что... У кого еще есть ключ от этого сейфа? Так это... У сына моего, Игната. У меня. Всего ключей-то 2. Где сын? Анна Викторовна, как вы считаете, чем медицина отличается от прочих наук? Ах, Иван Евгеньевич, я не намерена сегодня разгадывать ваших ребусов. Ее достижения основаны в основном на печальном опыте. Вот вы сейчас протерли руки карболкой, а еще не так давно врачи вообще рук не мыли. Их пациенты довольно часто умирали от горячки. Но потом один венгерский врач... Угу. Игнат Земелевайс. Придумал протирать руки раствором хлорной извести. И что характерно, смертность среди роженицы резко снизилась. Правда, все его коллеги ополчились против него, и кончил он очень плохо в сумасшедшем доме. Тем, кто хочет что-то изменить в этом мире, часто приходится платить очень высокую цену. Иван Евгеньевич, хочу вас поблагодарить за то, что вы убедили меня вернуться в больницу. На здоровье. Вы можете стать очень толковым врачом, если выкинете из головы все лишнее. Что вам от меня надо? С кем вы разговариваете, Анна Викторовна? Что с вами? Вы опять. Так, послушайте, давайте вы мне все расскажете подробнее. Как доктору. Извольте встать. Кто вы? Начальник сыскного отделения полиции Затонска. Где вы были этой ночью? Дома сердца. Хорошо. Во сколько вернулись? Не помню, ближе к утру часов 5. Хорошо. А где ключ от сейфа? Значит, говорите, что ваши галлюцинации вас начали посещать еще в детстве? Это хорошо. Значит, органические поражения мозга можно исключить. Но в противном случае вы бы уже давно сошли с ума и умерли. Это не галлюцинации. Я знаю, что в это сложно поверить.
Анна Викторовна, ну, простите, но я человек сугубо практический и во всю эту мистику просто не верю. Если телесно вы здоровы, то все ваши видения только от избыточных нервов и впечатлительности. Промит натрия. Зачем? Поможет с нервами и успокоит на ночь. Начните пить сегодня ночью. А посмотрим. Да здесь кровь. Откуда? Не знаю. Игнат. Нет. Нет, папаша. Ясно. Я не убивал этих троих, я Христом Богом клянусь. Тогда откуда же вы знаете, что убитых было трое? Я расскажу. Я сейчас все расскажу. Только деньги взял, честное слово. Мертвым-то они ни к чему. А тебе они зачем понадобились? А, так ты их из моего сейфа стыбрил, а потом решил чужие вернуть? Грешил, папин. Простите. Небось, опять Авдотье свои побрякушки да пироженки покупал? Я дом для нас нашел. Задаток оставил, я венчаться с ней хочу. С венчанием придется повременить. Сначала на каторгу за тройное убийство. Не убивал я, ваше благородие. Яков Платоныч уже на ногах? Как видите, Антон Андреевич, ноги все еще ходят. Доктор Милц вывел меня в курс дела. Кто это? Игнат Кокаулин, сын хозяина. Имею все основания полагать, что он и есть убийца. Не убивал он. Откуда такая уверенность? Он правша. Удары офицерам были нанесены с левой стороны. Левшой. Так значит, Игнат не виновен? Ну что значит не виновен? Деньги кто украл? Так я заявлять на него не стану. Дело-то семейное. Семейное, не семейное, это суд решит. Ответит по всей строгости закона. За кражу из номера. За воровство, проще говоря. Водите. А здесь? Что у вас здесь? Перечень предлежания, возможно, взрыв матки. Готовьте срочно операционную. Не понимаю, какая разница, кто из них первый схватился за оружие. Если Кокаулин их не убивал, а в номере больше никого не было, то просто они перерезали друг друга. Драку мог начать любой из них. Но ведь Нелидов мог ударить первым. Ведь мог? Не понимаю, что вы пытаетесь установить? Да я хочу выяснить, могли они наброситься друг на друга и одновременно ударить ножом. Может быть, гипноз во всем виноват? Этот ваш Крутин? Хотя, насколько мне известно, он сбежал. Я полагаю, он все еще в Затонске. Убийство очень похоже на его стиль. Я прошу вас вместе со мной расспросить родственников погибших, ведь двое из них жили в Затонске. Да-да, Светлов жил, а Залевухин навещал семью. Однако, если вы не будете возражать, я предпочел бы отправиться к одному, в то время как вы поедете к другому. Думаю, нетрудно догадаться, что мне отнюдь не доставляет удовольствия ваше общество. Как вам будет угодно. Я полагаю... Вы огорчены тем, что я не умер? Простите, что разочаровал вас. Время смерти 8 часов 12 минут. Идите.
А ребенок? Он жив? Почему эта женщина так мучилась? Вы же слышали, какие это были нечеловеческие страдания. Ради чего? Ребенок жив, но он забрал жизнь матери. Зачем? Зачем это все? Благодарю вас, сударыня. Всего доброго. Антон Андреевич, я рада вам. Отчего же вы давно не заходили ко мне? Простите, Пелагея Ивановна. Дела, заботы, служба, одним словом. Раньше вы находили время, а сейчас как будто избегаете меня. Я, Пелагея Ивановна, думаю, что мне не следует больше к вам приходить, чтобы не мучить себя и не ставить вас в неловкое положение. Не знаю, помните ли вы, но я сказал вам, что люблю вас, а вы в ответ меня... Поцеловала. Разумеется, помню. И вот с тех пор меня мучает один вопрос. Вы сделали это только потому, что я был при смерти и не хотели огорчить меня отказом, или же... Нет. Я поцеловала вас, потому что давно этого хотела. То есть я смею надеяться? Вы не шутите? Вы слишком низко оцените себя, Антон Андреевич. Отчего же мне вас не полюбить? Однако, когда вы узнаете, что я хочу вам сейчас сказать, вы сами от меня откажетесь. Нет, нет, что вы, я... Я знаю, у вас достаточно. Нет, не все. Я была вынуждена вам солгать. Не было никаких собраний, не было никакого ареста. Вы тогда не знали о задании господина Штольмана, и я была вынуждена вам сказать неправду. Вы знаете о миссии? Я была в Петербурге ассистенткой этого человека, Крутина, хотя одному богу известно, какое у него настоящее имя. И я приехала в Затонск, чтобы помочь Якову Платоновичу опознать его. Но ведь никто не видел его лица. Да, это правда. Но я знаю его особые приметы. Он подчинил меня своей воле. Я была не просто его ассистенткой, я была его наложницей. Кто я такой, чтобы судить тебя?
какому праву постоянно являетесь мне по ночам? Вы что, с ума все посходили, что ли, что других медиумов в Затонске нет? Да вы надоели, я врач! Я могу выспаться, меня ждут с утра больные! По какому праву вы являетесь по ночам? Я не хочу с вами разговаривать! Не хочу! Сударыня, я прекрасно вас понимаю, но не задать эти вопросы я, к сожалению, не могу. Мне стало известно, что в ночь убийства вы были в Монплезире. Да, но муж не пожелал меня видеть. Я должна была настоять, добиться встречи. Возможно, сейчас он был бы жив. А с чего вы вообще туда поехали? Вам было известно об игре? Муж написал мне, что приедет домой в пятницу. А в четверг его случайно увидел его приятель Аляпин. Он мне это и сказал, и я все сразу поняла. А каким он был, ваш муж? Мог ли он стать зачинщиком драки? Нет, не мог. Я в этом уверена. Ивану. Он играл, спускал все деньги, пил, врал мне. Но человека он убить не мог. Может быть, это был Светлов? У него уже давно были расстроены нервы. Мой племянник ни в чем не виноват. Это не Лидов начал потасовку. И почему вы в этом так уверены? Я его видела два раза. Жестокий человек. Жестокий. Ну, а что скажете о господине Залевухине? Ну, этот совсем безвольный был, рухля. Что ему скажут, то и сделает. Ваш племянник вышел в отставку полгода назад. Не рановато ли? Об этом позвольте, я умолчу. Это важно для расследования, и я попрошу вас ответить мне. Нервами он заболел. Если вы вдруг что-то вспомните важное, непременно сообщите. Я не знаю, важно ли это, но в последнее время он все твердил, что мы скоро станем богаты. Вроде затеял какое-то дело с приятелем. С каким приятелем? Да Бог его знает. Врал, наверное. Как всегда. Прости его, Господи. Должно быть, тяжко было вашему племяннику в Затонске при такой любви к морю. Тяжко. Еще как тяжко. Простите. А кто это? Это невеста его покойная. Два года назад утопла прямо перед самой свадьбой. Аж как у меня Никита переживал. Он после этого нервами-то и заболел. Иван Евгеньевич. Анна Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Вот, я хотела с вами поговорить. Опять мне снились сегодня странные сны. Ну, сны-то хорошо.
Сны — это нормально. Главное, наяву не грезить, да? Идите сегодня, пожалуйста, обход. У меня срочная операция. Вы что, поверили в мою компетентность? Или вы меня просто жалеете? Анна Викторовна, ну, жалость — это не моя сильная сторона. Мне вчера показалось, что вам ничто человеческое не чуждо. У всех бывают моменты слабости. Ну, что вы стоите? Ступайте, пациенты ждут. Выписанный доктором Милтсом 1,5 года назад. Он лечил вашего племянника? Не знаю. Никита мне не докладывал. Знаю только, что в Петербурге ему один целитель помог. Гипнозом лечил. Гипнозом? Его кто-то из начальства присоветовал, адмирал какой-то. Он не называл его имя? Ну, может, и называл. Только я не помню ничего. И что, этот целитель ему помог? Не знаю. Никита днем такой спокойный был. А по ночам так кричал во сне. То Нелина вызовет, то за Левуина. А еще говорил, что им всем нужно пойти в полицию. Признаться в чем-то. В чем? Не знаю. Я пыталась его расспросить, но только на утро вот не помнил ничего. Я выяснил, что одному из убитых вы прописали вот это средство. Дайте-ка я посмотрю. Да, я припоминаю. Молодой офицер, тот самый Светлов. Он тогда еще служил. И что за болезнь? Если я должен свериться со своими записями, где же... А! Одну секунду. Ага. Ну да, он страдал манией. Психопатическим синдромом. Неприятный диагноз. Более чем. Правда, я хорошего врача для него нашел, психиатр, прописал вот это лекарство. Но флакон почти полный. Если он и принимал прописанное вами средство, то совсем недолго. Ну, может быть, он нашел другого врача. А если он решил отказаться от помощи врача совсем? Тогда он мог стать совершенно безумным. Хотя и не все могли это замечать. Вы допускаете, что он мог напасть первым на своих карточных друзей? Я этого не исключаю. А что Анна Викторовна? Как она себя чувствует? Она стала спокойнее. Но замкнулась в себе. Мы мало с ней говорим. Я от всей души желаю ей помочь, но не знаю, как. А вы знаете, что время – это самый лучший лекарь для разбитого сердца? Я только об одном молю Бога, Алексей Егорыч. Когда-нибудь увидеть мою дочь счастливой. Это будет. Это непременно будет, моя дорогая. Я ведь уже как-то вам рассказывал, что долгое время думал, что больше никогда не смогу полюбить. Но я ошибался. Да, да, я ошибался. Я люблю. Я люблю страстно, люблю глубоко, люблю самую лучшую в мире женщину, в которой, наконец-то, я нашел свой идеал. Вот я вижу, вы все поняли, вы поняли. И я тоже не могу больше молчать. Я люблю вас, Мария Тимофеевна. Алексей Егорович, прошу вас, встаньте. Жалею только об одном, что так поздно встретил вас. И теперь у меня только одно желание — быть с вами рядом до конца своих дней. О, Боже, я прошу вас, встаньте. Нет, вы не думайте. Я дворянин, пусть из разорившихся, но очень родовитых. У самого Суворина в дворянском сборнике родословных фамилий.
ваши слова так неожиданны, Алексей Егорович. Но не надо скрывать, они весьма, весьма приятны. Прошу вас, Марья Тимофеевна, скажите, что вы согласны. Ну как же я могу согласиться, Алексей Егорович? Я ведь замужем, а развод не мыслим. Нам остается только... Страдать? Нежная дружба будет нам утешением. А вот если бы развод стал возможным? А если бы развод стал возможен, то я почла бы за счастье провести с вами остаток жизни. Как я рада, что вы наконец навестили нас, Петр Иванович. Расскажите, какие новости в Петербурге? Ну, Петербург негодует по поводу происходящего во Франции. Ну. А что там случилось? И президент Карно убит. Зарезали, словно... Это ведь баранина? Да. Нежнейшая. Словно овцу зарезали, какой-то итальянский анархист раз и... Ах, что творится в Европе? Бог ты мой. Ты так говоришь только, чтобы не ехать со мной в Ниццу. Ваш брат не держит своих обещаний. Дорогая моя, многие жены жалуются на это в отношении своих супругов. Ну, что поделать? Жизнь есть жизнь. Супругу, допустим, это можно и простить. Только Виктор не спешит сделать из меня порядочную женщину. Лиза, Лиза, ну я прошу тебя. Да? Елизавета Гавриловна, можно? Знаете, такие вещи не делаются с бухты-барахты. Требуется время, нужно все обдумать, взвесить. Это не быстро. Должны это понимать. Я устала целыми днями слушать одно и то же. Да, развод дело долгое, только надо хотя бы начать о нем хлопотать. Это положительно невыносимо. Простите меня. А что с ней? Прости, Петя. Она с самого утра не в духе. Свози ты ее в Ниццу. Что тебе мешает? Если нужны деньги, я дам, попроси. Нет. Ехать в Ниццу сейчас решительно нет никакой возможности. Я не могу бросить Анну. Ей, кстати говоря, тоже не мешало бы куда-то отправиться. Поговори с ней. Поговори, ты же всегда имел на нее влияние. Но, быть может, тебя она послушает. Может быть. Поговорим. Скажите мне, был ли среди пациентов Крутина некий адмирал? Адмирал Бобринский. Да, он приезжал в прошлом году на сеансы, и Крутин уделял ему особое внимание. Что-то не так? Бобринский был убит несколько месяцев назад. День добрый, Антон Андреевич. Антон Андреевич все знает. И я ему все рассказала. Той ночью на карету адмирала напали неизвестные и нанесли множество ударов. Следствие установило, что убийц было трое. И вы думаете, что это убитые в Монплезире офицеры? Они набросились друг на друга, как по команде. Гипноз? Крутин уничтожает тех, чьими руками он расправился с адмиралом. Так, значит, Крутин все еще в Затонске. Ничто не указывает мне на обратное. Не понимаю, Яннет. Но чего ты не хочешь поехать? С Андреем Петровичем путешествие пошло бы тебе на пользу. Все хотите от меня избавиться? Чтоб я своим позором вам глаза не мазурила? Ну что ты такое говоришь? Тебе нужно сменить обстановку. Тебе нужно начать забывать прошлое. Прости меня за прямоту, Боланж, но выглядишь ты не лучшим образом. Наверняка много работаешь. Наверняка
мало и плохо спишь? Я вижу очень странные сны, дядя. Что за сны? Ну, расскажи мне. Я словно переношусь в средние века во Францию. И вижу молодую женщину. Обрывки из ее жизни. Франция. А такого ведь прежде не было. Это очень интересно должно быть. Ну и какова жизнь во Франции в средние века? Там есть что-то хорошее? Ее сжигают на костре, как ведьму. Ничего хорошего. И ее дух приходит к тебе? Да? Что она хочет? Не могу понять. А еще там есть мужчина. Его зовут Гийом. Только вот его лица я никак не могу разглядеть. Раймонда. Но зачем Крутину понадобилось убивать адмирала? Видимо, он знал много военных секретов. Военных? Чего он вообще хочет, этот ваш Крутин? Какие цели преследует? Ого, этого никто не знает. Даже я. Вы хорошо осведомлены, Антон Андреевич. Да, я очень этому рада, что больше нет надобности ему лгать. Пелагея Ивановна согласилась стать моей женой. Рад это слышать. Поздравляю вас. Позвольте отклониться. Всего доброго. Антон Андреевич, я могу вас попросить больше никогда никому не говорить, что мы обручены. Помилуйте, почему? Потому что я ужасно боюсь за вас. Один раз он вас уже чуть не убил, второго раза я не переживу. И что же, получается, до тех пор, пока он на свободе? Да, мы не можем быть вместе. Я ужасно боюсь за вашу жизнь. Он очень мстительный человек, и он будет наказывать меня за вас. Клянусь вам, Пелагея Ивановна. Я найду Крутина. Я вижу события в обратном порядке, словно книгу листаю. Да, там было много книг. Их тоже бросали в костер, и они сгорали. Ну, это невероятно, Аннет. Совершенно невероятно. Ты видишь события далеких веков. Я бы все отдал за такую возможность. Ты не знаешь, как это тяжело. Эта женщина словно вселяется в меня. Я вижу ее глазами, я чувствую ее боль. Антон Андреевич, интересно, что ему понадобилось? Петр Иванович. Мое почтение. Прошу прощения за беспокойство, Анна Викторовна. Мне срочно нужна ваша помощь. Наверняка вы уже слышали про убийство на постоялом дворе. Антон Андреевич, я бы хотела с этим покончить. Анна Викторовна, я вас умоляю, на одну секунду, буквально. Дело в том, что есть очень большая вероятность, что эти убитые связаны с Крутиным. Неужели вы не хотите, чтобы мы его поймали? Нет, мне все равно. Анна Викторовна, Пелагея Ивановна согласилась стать моей женой. Но мы не сможем пожениться до тех пор, пока Крутин на свободе. Я вас очень прошу, это дело необходимо раскрыть. Я прошу вас как друга, Анна Викторовна. Антон Андреевич, Спасибо. Я вас благодарю. Вот здесь имена убитых. Всего доброго. Дух Никиты Светлова, явись мне. Дух Никиты Светлова, явись мне. Что ты делаешь? Кто тебя убил? Отвечай, кто тебя убил? Кто тебя убил? Да, похоже, он бесполезен.
Кто вы? Вы не Лидов. Тогда за Левухин. Восьмерка Бубей. Это значит взаимное сотрудничество. Вы хотите, чтобы я вам помогла? И тогда вы поможете мне. Доброе утро, дядюшка. Доброе утро, Аннет. Как спалось? Прекрасно. Вижу уже, куда-то собралась. Да, только понятия не имею, куда и зачем. Мы что, мы не одни, да? Верно? Верно. В таком случае... Да. Не будешь ли ты так любезен составить нам с духом компанию? Я всецело к твоим услугам.